Когда я выхожу на поле, я всегда хочу победить. Это моя работа как нападающего. Для этого я и здесь. For me it's not a double, not a... Для меня важнее то, чтобы моя команда побеждала, а не мой дубль. Мы нуждаемся в фанатах. И если честно, то я часто разговариваю с Андреем Аршавиным, и когда мы замечаем, как вы за нас болеете, то мы хотим показать наше мастерство именно вам. Мои цели в чемпионате Казахстана остаются прежними, как и в предыдущих сезонах. Быть номером один и работать еще усерднее.
Когда я выхожу на поле, я всегда хочу победить. Это моя работа как нападающего. Для этого я и здесь. Для меня важнее то, чтобы моя команда побеждала, а не мой дубль. Мы нуждаемся в фанатах. И если честно, то я часто разговариваю с Андреем Маршавиным. И когда мы замечаем, как вы за нас болеете, то мы хотим показать наше мастерство именно вам. Мои цели в чемпионате Казахстана остаются прежними, как и в предыдущих сезонах. Быть номером один и работать еще усерднее.